Валерий Меладзе после грандиозного скандала ушел в подполье. Отмалчивалась и его супруга, певица Альбина Джанабаева, на карьере которой шумиха тоже сказалась не лучшим образом. Поговаривают, что семейство давно перебралось за границу, и в России оба артиста не появляются. На фоне слухов жена осрамившегося Меладзе выступила с обращением. Джанабаева опубликовала пост в соцсетях, объявив о своем возвращении. «Соскучилась по вам», призналась певица. Она показала фото, на котором предстала в несколько нетипичном образе, вся в черном, с печальным выражением лица. В таком виде Джанабаева анонсировала премьеру новой песни. Известие о возвращении артистки после длительного перерыва разделили публику на два лагеря. Одни порадовались релизу, другие же плюнули в нее, заявив, что в России ее никто не ждет. Даже не заметила твоего отсутствия. А как дела у Валерия? Да кому ты нужна вместе с Валеркой? Какое красивое возвращение! Просто душевно, без выпирающей пошлости, без выскакивания из чулок и трусов. Браво! Чё, деньга на исходе? А патриотизма не прибавилось, высказались комментаторы в сети. Джанабаеву засыпали вопросами о Меладзе, многие жаждали узнать, что происходит с опальным артистом. Интересовались подписчики и тем, где сейчас находится звездное семейство. Однако певица предпочла оставить эти вопросы без ответа, пока она не желает раскрывать свое местонахождение. Ранее публика поразилась, как хорошо выглядит Джанабаева, несмотря на ворох проблем, которые обрушились на семью из-за ляпнувшего лишнего Меладзе. Звезда будто расцвела и помолодела.